Вдвое возросло число желающих посетить святые места в Мангыстауской области. Ежегодно число туристов увеличивается. Регион все больше привлекает и иностранцев. С начала года область посетила порядка 250 тысяч человек. Россиянин Владимир Нарчев впервые приехал в Актау в прошлом году. С тех пор объездил всю область. В некоторых местах бывал по несколько раз. Природа этой местности завораживает, отмечает он. Здесь красивые места, куда можно съездить посмотреть. Вот. И, естественно, там и долина Шаров, долина Замков, Базжира, вот этот плато Устюрт. Это, ну, такие классические моменты. Вот. Но много других мест есть, которые, может быть, не так широко известные, но тоже очень приятные, и есть что посмотреть. Приезжих интересует не только Каспийское море. Излюбленными объектами стали подземные мечети Шопаната, Бекената, Караманата, горы Айракте, Шоманай. В святые места люди приходят с надеждой на исцеление. В пути большинство туристов останавливаются в этноауле Когес, где установлены 15 войлочных юрт, оформленных в национальном стиле. Ежегодно этноаул посещают порядка 5000 туристов. Многим очень нравится переночевать в юрте, потому что в юрте особый колорит, особая энергетика. И тем туристам, которые путешествуют там несколько дней по пустыне, да, и приезжают к нам, здесь у нас небольшая парковая зона, конечно, для них это релакс. Путешественники посещают музей имени историка и этнографа Серика Кондобайула и историко-краеведческий музей в городе Шитпе. По данным Управления туризма, всего в регионе свыше 13 тысяч памятников истории и культуры. По сравнению с прошлым годом, в этом году количество туристов увеличилось на 20-30%. С начала года регион посетили порядка 250 тысяч туристов. В этом году наблюдается рост числа туристов из Италии, Германии, Англии, Франции, России. Жанна Расылханова, Махабат Нуржанказа, Информбюро, Мангистауская область.